Добрый день, дорогие друзья. Я подошел к мусорным бакам и заметил там находки. Сейчас вот покажу. Ну, первая находка — это вот такой вот пылесос. Сейчас постараюсь его вытащить. Еще есть другие находки. Такой вот полный мешок с алюминиевыми банками. Это дело постараюсь забрать. И вот еще один мешок, тоже с банками. Походу, кто-то сюда отнес вот такие вот находочки. Все забираем. Вот я все вытащил. Банки, пылесос. Ну, такой старенький пылесос. Пойдет на разбор. Классно. Прохожу от одной мусорки к другой в поисках разных ништяков. И, похоже, тут что-то нашел. Лежит вот такая вот камера. И на ней есть латунная соска. Поэтому сейчас будем ее отрезать. Достаю нужные инструменты. Обрезать будем вот такой вот штукой. Теперь все это будет делать очень удобно. Мне родственники подарили такой швейцарский ножик. Вот сейчас его испытаем и посмотрим, как он отрежет вот эту вот резину. Классный подарок. Все прошло просто великолепно. Большое спасибо за такой вот ножик. Как-то вам показывал вот эту вот речку, куда сливали канализацию. Но это находится место немного выше по течению. И вот посмотрите, я заметил, что здесь вообще нету воды. Речка куда-то делась, не знаю, почему это произошло. Посмотрите, вообще кончилась водичка. Очень странно. Кстати, с обочины я еще подобрал маленькую находку. Это явно алюминий электротех. Ну, вот такой вот пучочек. Прогулка идет полным ходом. И посмотрите, что попалось на моем пути. Такая вот находка. Это, походу, телевизор Дэйво. Рядом лежит хлеб. Тоже выставили. Но, походу, там все на месте. Давайте попробуем разобрать. У меня тут с собой отвертка. И я сейчас начну откручивать винтики. Кстати, вот можно посмотреть характеристики. Давайте я сейчас открою крышку. Вроде бы одной рукой это получается сделать. Вот нас тут ждет медяха. Дальше все снимаю, потом складирую пакет. Такая вот плата. Петля на вид похожа на медную,
но надо будет проверять. Друзья, в процессе разбора у меня возникла серьезная дилемма, потому что вот сейчас пытался открутить и вижу, что тут нужен ключ-шестигранник. У меня его с собой нету, поэтому, к сожалению, придется немножко вот эту вот штуку отбить, чтобы вытащить катушку. Не люблю я разбивать стекло, но в этот раз придется один раз вот так сделать. Попробую все аккуратно провести. Стекло потом положу сюда, закроем крышкой, закрутим как положено, ну, чтобы не было осколков. Вот такие вот делишки. Даже снялось вместе вот с этой, прямо так его и заберем. Чуть не забыл открутить динамик, мы его тоже заберем. Заметил свинцовый грузик на земле, 30 грамм. Не знаю, какой это уже по счету грузик, но они стали очень часто попадаться. Круто! Приключения продолжаются. Я нашел находку возле мусорных баков. Такой вот плоский телевизор. Но в этот раз его тащить домой не будем. Просто-напросто открутим и снимем плату. А все остальное оставим здесь. Как я и думал, плата оказалась очень маленькой. Вот такой вот. Ну, еще черный металл, правда, мне сейчас еще нужно будет кое-что другое забрать, поэтому руки не буду занимать. Чермет оставим другим собирателям, а платы эти я, конечно же, сниму. И вот еще одна плата. В первую очередь хотелось бы показать вам найденные алюминиевые банки. Получилось их тут очень много, но, как вы могли заметить, там было два больших пакета. Я все это высыпал и снова заплющил, потому что большинство банок было не заплющенными. Удалось вот так просто нарваться на выброс банок крупные. Я вот сейчас его поднимал. Мешок получился тяжелым. Давайте взвесим и посмотрим, сколько тут будет баночек. Это тоже, я считаю, неплохая находка. Такой пылесос Samsung. Но в этот раз его разбирать не будем. Оставим на другой раз. Может быть, даже разберу не на камеру. Старенький пылесос. Может быть, тут будет медная обмотка. Но посмотрим. Находки с этого же поиска. Такая вот срезанная латунная соска. Ее нужно будет обжигать. Алюминий электротех. Ну и попались два свинцовых грузика. Люблю их собирать, кстати. И вот, может быть, попадутся еще. Как вы знаете, мне попались разные телевизоры, плоские и горбатые. Ну, с горбатого будет самое максимальное количество меди. Вот, нужно будет все это сейчас перебирать и
разбирать. Ну и кое-какие потроха с плоского телека. Тут тоже я вижу медную обмотку. Такая вот плата с позолотой. Давайте сейчас посмотрим, вот эта вот петля, медная она или алюминиевая. Будем проверять. Друзья, у меня хорошие новости. После проверки петля оказалась медной. Вот такая вот красота. Время подводить итоги. Все потроха телевизоров я разобрал. Ну вот такие катушки будем обжигать, поэтому их пока оставляем. Немножко таких вот алюминиевых радиаторов. И вот такая куча проводов. Они тоже будут обжигаться, поэтому все это оставляем. Порция чермета на 260 грамм. Все платы на весах, правда, я их перемешал. Вот то, что наверху, это более дорогие. Внизу находятся бытовые платы, это более дешевый вид. Но пока все взвесим общим весом, потом я все это рассортирую. А так показывает 560 грамм. Возможно, эту медь вы уже видели, но еще мы ее не взвешивали. Вот то, что я добыл с такого вот средних размеров телевизора. Петля была также медная, ужженая медь, вот медная фольга. Давайте все будем взвешивать. Почти 200 грамм. И добавим этот кусок. Делаем ставки. Показывает 275 грамм чистой медяхи. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Конечно же, продолжение следует. Будем добывать цветные металлы, проводить поиски и разные приключения. В общем, самое интересное впереди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до скорых встреч!